Неутешительная победа ЧИКСУ. Сегодня третий арбитражный апелляционный суд встал на сторону компании. Год назад ее адвокаты доказали, что администрация Емельяновского района незаконно проигнорировала в градостроительном плане будущий ферросплавный завод. А сегодня апелляционный суд оставил первое судебное решение в силе. Но эта победа не скажется на шансах компании возвести завод. Она лишь отменяет внутренние градостроительные планы Емельяновского района. Напомню, несколько дней назад компания проиграла в суде главный спор. ЧИКСУ настаивала на том, что собирается провести капитальный ремонт здания Крастижмаша под производство ферросплавов, а не реконструкцию, на которую указывала судебно-строительная экспертиза. ЧИКСУ проявляет некоторую настойчивость до сих пор и пытается всячески цепляться за соломинку. Поэтому красноярцам, несмотря на недавнюю победу, ни в коем случае нельзя расслабляться и надо додавить ЧИКСУ до конца. Тем более сейчас это сделать очень просто.